Итак, это наше второе главное предложение сегодняшнего дня – куртка Тесса. Вы посмотрите на это чудо. Это самая необходимая верхняя одежда в межсезонье. Демисезонная куртка Тесса не промокает, не продувает благодаря современным инновационным технологиям. Материал верха пропитан специальным составом, благодаря которому ни грязь, ни влага не проникнут внутрь куртки и тем более не намочит вас. Во-вторых, прямой силуэт, плечевая зона руки чуть спущена, оптимальная длина. Все это дает идеальную подстройку под тип вашего, тип вашей фигуры. То есть широкие плечи подстроятся, нижний тип фигуры. Тоже есть свобода, идеальное качество, благодаря которому и благодаря наполнителю евросинтепону не холодно до минус 5, до минус 10. Реверсивная функциональная контрастная молния серебряного цвета. Это тоже часть декора. Глубокий, высокий капюшон с функциональными кулисками. Это возможность даже не носить, например, головной убор, а если пошел дождик, накинули капюшон, и вы под защитой. Но посмотрите термофиксатор, какой спереди, и это не просто термофиксатор. Это дизайнерское решение, алфавитная стежка. Между прочим, это просто тренд мировой. Вот, например, у Balenciaga так делают, алфавитная стежка. По спинке горизонтальная стежка. Внутри у нас даже подклад идет брендированный. Ведь это наш любимый бренд Birch. Переводится как березка. Сдвоенные размеры, и все это восхитительно. Качество сегодня не 15 тысяч, как на маркетплейсах и в масс-маркете, не 11, не 7, не 5, всего, внимание, 4499 рублей. А если оплатить сразу банковской картой, еще 5% скидка, 4274 рубля. Еще забыл сказать, что у нас есть боковые карманы на молнии, есть боковые карманы вертикальные, глубокие, причем очень глубокие, то есть итого 4 кармана. Есть у нас еще потайные карман пятый. Есть функциональные кулиски, фиксаторы по нижнему краю изделия изнутри, соответственно, прямой силуэт. Можно изменить и сделать силуэт кокон. Представляете, трансформация образа какая прекрасная. И прежде чем я расскажу про цвета, секундочку, вот прям на секунду, извините, из кадра ушел. Знаете для чего? Да для того, чтобы взять пульверизатор. Смотрите, внимание, сейчас пшикаю на наш материал, и он не промокает абсолютно точно. Видите, капельки прям сразу стекают. Это ли не чудо? Еще раз, пшик-пшик, ничего не произошло. Вот оно качество, вот он шик, вот он восторг, благодаря которому вы и только вы в центре внимания. Сдвоенные размеры, это идеальная посадка без примерки, так же, как и крой уникальный. Ну и давайте поговорим про цвета. Вот этот цвет у нас пудровый, один из самых популярных, его, кстати, выбирает и наша модель Анечка. Следующий цвет, кофейный, очень тоже популярный. Кстати, с джинсами и сумками, сумкой, которая у Анечки, кофейный тоже будет смотреться шедеврально. Монохромы обожаю. И изумрудный цвет. Вот он, этот цвет изумрудный. Вы знаете, у него подтон очень такой интересный, под бирюзу. Изумруд под бирюзу. Один из самых трендовых оттенков сезона. Видите, у меня что же под бирюзу футболочка. Дальше джинсовый и... Оу-оу-оу! Белый, мне кажется, точно закончится один из первых. Вы только посмотрите. Кстати, все 5 цветов, именно эти цвета, в своей весенней летней коллекции верхней одежды показал Луи Виттон. Но только вы представляете, сколько бы у Луи Виттона стоит такая курточка, да? Ну, сколько? Ну, на данный момент, ну, 1350, а то и 400. Да, демисезонная куртка для межсезонья, да. А у нас не 200 и не 300 тысяч. У нас 4499 рублей. Декор ненавязчивый, но он есть. Соответственно, благодаря именно... скажем так, такой куртки, она впишется в любое стилистическое решение, в любой образ, будь то деловой, будь то кажуальный, будь то спортивный или даже праздничный. Вот Анечка сочетает с джинсами, да, кажуальный образ, это джинсы Лидия за 1999 рублей. Но вы понимаете, что будь то лосины, леггинсы, юбка прямого кроя, юбка в пол или платье будет смотреться идеально. Мне действительно нравится, вот знаете, все в нюансах, в деталях, металлизированная плакетка, язычки функциональных молний, напоминающие мировой бренд Versace. Ну, все настолько стильно, так интересно. На Анечке у нас размер какой, Анют? 52-54.
52-54. У Ани вообще она носит 54 размер, но вот экземпляр был 52-54. Я бы, наверное, все-таки советовал брать с запасом. То есть, как, вот, например, в случае Ани, у нее 54 размер, 54-56. Это верхняя одежда. Может быть, на теплый джемпер наденете крупные вязки. В общем, сделаем замеры. 52. Сумочку пока поставь, радость моя, конечно. Так, смотрите, делаем замеры. Ой-ой-ой, у нас, представляете, у нас даже термофиксатор, та самая брендированная стежка, даже на капюшоне. Вот что значит бёрч, березка, в ополе березка стояла, в ополе кудрявая стояла, люли-люли стояла. Я помню просто такую песню из моего детства. Знаешь, Аня, такую? Я Аня говорит, тоже знаю. Так, глубина 27 сантиметров, ширина по плечам. Тороплюсь, потому что время прямого эфира ограничено 51-52 сантиметра. Мне нравится, что она не промокает. Здесь микс стежки по спинке горизонтально. Так, 96-97. Спереди у нас идет брендированный термофиксатор. Благодаря этому евросинтепон останется полотно на своем месте и никуда не денется. Так, глубина пройма 31, полная глубина, значит, полный обхват 62. Длина рукава 64-65. Так вот, кстати, действительно очень часто бывает, когда, ну, стежка широкая, обыкновенная, синтепон может сбиваться, скатываться. Вот здесь ничего подобного не произойдет. 128-129 сантиметров. То есть полотно евросинтепона, оно располагается по всей поверхности, спереди, по бокам, на рукавах, в плечевой зоне, под мышками, в капюшоне. Здесь полотно, оно обволакивает вас, и вам не холодно до минус 5, до минус 10. Вот смотрите, когда приходит межсезонье, да, когда в дубленках, в шубах, в пуховиках жарко, в ветровке еще холодно, вы надеваете именно такую куртку Тесса, и вам не холодно. И не жарко, вам комфортно. А еще, Анечка, вот я смотрю, ты сумочку поставила. Давай-ка сюда сумочку. Вот дело в том, что не случайно Аня вышла с сумкой. Быстро покажу, для чего. Так, спокойно, Дашулечка, мы все успеем. Смотрите, эта куртка, казалось бы, полноценной длины, она помещается даже в дамскую сумочку. Для чего я это делаю? Летите или едете куда-то, вы же не будете в куртке ехать. Сняли, в дамскую сумочку убрали, и все, и на багажную полку. Поезда, самолеты. Гуляли, зашли в торговый центр, чтобы не было жарко. Сложили в дамскую сумочку, даже в такую маленькую дамскую сумочку помещается. Убрали, и вам комфортно. Итак, это наше главное предложение сегодняшнего дня. Куртка Тесса по цене 4499 рублей при оплате банковской картой. 5% скидка – это наше главное предложение дня.